Амитька. Амитька Зопа. Амитька Зопа. Ась, что ты там нанюхал, малыш? Ноги просто. Все, ты потопал? Никто так и не научился переключать камеру. Я вам показала такую красотишку. Да что вы там прилипли? Все. Все. Пойдемте. Ать, пойдем туда гулять. Пойдем. Да ты моя ра. Стой. Стой, я тебя покажу. Стой, пока. Стой, покажу тебе. Что ты в снегу делала? Что ты делала в снегу, я тебя спрашиваю. Ты что, снег ела? Зай. Ты что, снег ела? Любовь. Ать, пошли, все. Давайте, пойдемте на ту сторону. Давай, пошли. Сегодня скользко, она в отказ. Давай, 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 давай. Все, видишь, не скользко, все. Иди хорошо, на ручки возьму, иди. Давай, возьму, иди. Давай. Стой. Серьезно? Два раза нажать и переключиться. Прикольно. Давай. Ой. Спасибо большое. Ами, вы хотите погасить мою ипотеку? Я вам могу карту сказать. Здравствуйте, меломан. Ничего, все. Ой, все хорошо, спасибо, как ваше. У нас 4:30. Великая Гулёна. Пачкается и куртки, и свитера, как ни по. Еще не изобрели такой тональник, который бы не отпечатывался на одежде. Какая процедура? Вас тоже с прошедшими праздниками. Мороз -4. Зёка моя. Гулять пойдешь со мной ножками? Ножками пойдешь? Пойдешь ножками? Давай. Побежали! Давай, 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 давай. Работаю в джиме. А ты что? Слушайте, я не могу понять. Почему у всех вызывает столько вопрос Джимми? Был один год, когда я там вообще несколько месяцев не появлялась, потому что у меня была другая работа. От того, что я сейчас в нем не была 1.5 недели, что за у людей за истерика? Почему я не в Джимми? Потому что помимо Джимми у меня есть другая работа. Атя почему не гуляет? Не знаю, вон гуляет. Я тебя догоню сейчас. Я догоню сейчас тебя. Я тебя догоню, 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 догоню. Ами, это слишком большая палочка. Очень большая. А что, не капюшон упал на тебя? Стой. Стой, поправлю. Подождите, ребят.
маме, она очень большая. Очень большая. Я ее не смогу взять. Ами, палочка больше тебя. Подожди, подожди. Подожди. А. Готова? Давай. Аккуратно, не поскользнись. Давай. Давай. Просто. Просто собака Баскервилле. Как она подскальзывается. Смешно. Дурко. Спал. Холодно взять не может ее. Просто она больше не ее. Ну, бери. Ну. Да, пользуюсь. Как всегда, дёр бэкстейдж. В снегу зарыла. Я не была там. Я, в принципе, хочу туда полететь. Аня, быстрее. А, ты моя радость. Ты принесла маме? Принесла палочку. Ай, стой, подожди. А этот по сугробам. Ой. Да подожди ты. Атя сапог потерял. Я не могу. Это очень смешно. Катя в сугробе потерял сапог. Блин, как холодно. Ты стоишь? Катя, дай ногу. Боже мой, моя пяточка во льду. Это что за пяточка во льду? Как девочка? А, Ами, ты нельзя. Мне? Да. Угомонись. Его никто не трогает. Ой. Ой, все, Мухтар. Да, маму защищала. Защищала и Атюшу, да. Да, всех. Всех защитила. Все? Нет, не все еще. Ами. Ами. Ну не позорь меня, пожалуйста. Ну ты же девочка. Вот это горлистая девочка. А это мальчик. Такие тоже. Только мальчик маленький. А девочка вот такая же, похожа. Я до чего их люблю, но мне как-то удается с ними там, да, не здесь тоже. Но Сюзанна-то вот такие, ну просто я не знаю. Ты как хвалюсь, я просто... Спасибо. Я не знаю, просто... Я приду, когда я там сижу с ними, прям целую их, я не могу просто. Да, хулиганы. Это целовальщики. Хоть на пеленочку. Девочка, да, мальчик нет. Мальчик вот нечего, мальчик. Прям бежит, я его поймать не могу. Такой, я говорю, ну-ка, напишу. А он бежит за ним. Тоже, а
девочка ходит у нас? Девочка, да, с первого дня на пеленку ходит. Да, у нас тоже так же. У нас это шпиц, да? Да. И у нас шпиц, да. Да. Тетюпуськи такие маленькие. Ты что такие закаливайся? Давай, я скажу, тетку старая бабка старая пошла еще тут, скажи. Да, к нашей хозяйке. Да, 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 я ухожу, все, пойду погуляю. Хорошего дня. А там метка, видимо, какая-то. А, ой, тетюпуськи такой хорошенький, господи. Тетюпуськи маленький такой маленький. Катюша. Да ты мой сладкий, да ты мой хороший. Катюш, пойдем, плохо станет. Давай, давай. Наши... Передышишься. Наши малыши погуляют, не знаю. С маленьким-то вообще он такой же. А с большой такой не такой. Ну что, хорошего вам вечера. Тоже прекрасного спасибо. Дня. Ты что так себя ведешь? Нельзя так себя. Катя, хватит, пошли, Заюш. Просто позорники. Как холодно, ребят. Морозец-то это поднимается. Иди домой. Позоришь мать. Нельзя так себя вести. Нормально? Ребят, я вынуждена с вами попрощаться, потому что мои ручки уже окоченели держать телефон, а я забыла перчатки.